Именно здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем поигрывать в такую замечательную игру, как Final Fantasy VIII. В предыдущей серии я обещала вам, что у нас будет бонусная серия, посвященная картам. На самом деле я ее сняла, она заняла у меня целый час, то есть я целый час сидела, играла в карты. Но после этого я пошла прокачиваться, кататься, в общем-то, по всем континентам. В общем-то, неплохо раскачалась, не буду пока ничего показывать. Потому что это все-таки бонусная серия. И, в общем-то, побегала, поиграла в карты. И что-то вспомнила вдруг внезапно, то, что где это 100-500 тысяч лет назад, когда я читала. В общем-то, небольшой гайд, да, к Final Fantasy VIII, то есть где оружие там достать, хотя там нифига не написано, там только написано, в общем-то, как и в самой игре, что нужно взять. Вспомнила, что один из ЗС, один из стражей, получается именно... Ну, не получается... Да, получается. Просто двойное слово какое-то. Чё я несу, господи? В общем, я что-то такая прям вся взволнованная, потому что у меня хорошие новости, в общем-то. Короче говоря, один из стражей получается нашими персонажами, только если мы выиграем, по-моему, какую-то там карту, по-моему, карту Гильгамеша, и ее можно, в общем-то, выиграть только в поединке с королем карт, то есть королем... вот этого сада Баламба, да? Для того, чтобы, в общем-то, добраться до короля, нам нужно с группой КК, помните, мы читали, вроде бы, не помню, читали мы это в обычных сериях или нет, в общем, сразиться с членами клуба карточного, КК, карточный клуб, логично. Вот, и, в общем-то, с одним из них я уже сразилась, на самом деле, я действительно здесь очень много бегала, я прям вообще со всеми играла подряд, несколько правил тут ввелись после того, как я наиграла, и, в общем-то, первого я победила и решила, что, возможно, имеет смысл, если уж делать бонусную серию про карты, то, собственно, посвятить ее полностью победы над членами карточного клуба. Победам над членами карточного клуба. Вот, так правильно. И, в общем-то, может быть, даже у нас получится, кто знает. Потому что, действительно, карта Гильгамеша, она нужна. Кстати, вот этот, по-моему, чувак, тот, который нам нужен, это ты? Прошло много времени с тех пор, как кто-то побил Джека. Ну, да, Джек это был первый вот этот чувак из карточного клуба. Это второй, по-моему. Я Трёфа, один из четырех рыцарей СС. Ну, не СС, а как бы КК, карточный клуб. Ты бросаешь мне вызов? Нажми, хорошо, сейчас брошу, давай. Ничья, ну не ничья, ну в общем вызов, да. В общем, будем стараться очень. Я представляю, как меня сейчас натянут, потому что на самом деле не скажу, что я хорошо играю в карты. Здесь еще новые правила ввелись. Ой, не дай боже вообще. Так, ладно. Муглик! Я скриншот вообще-то в группу выкладывала, а как только его выиграла во время своих поигрушек. В общем, да. Так, вот это я возьму, пожалуй. Нет, была плохая идея. Это была плохая идея с этой штукой. Ну ладно, черт с ним. Давайте все-таки Квистис возьмем. Я доверяю. Ну чё? Ладно, в принципе, только победить вот этого чувака. Нам не обязательно выигрывать 100-500 тысяч карт его, правильно? Нам главное просто... выиграть сам бой. Господи, давай только без этих, без комбо, потому что здесь теперь комбо включились, это звездец вообще, это страшный ад. Так, вот эту хочу. Хотя я зря это сделал, хотя, может и нет. Плохо. А может быть и нет, плохо. Что-то он как-то странно походил, ну ладно. В любом случае, мы выиграли. Так, что у меня еще нет из всего этого дела? У меня, по-моему, все это есть уже. Вот этого, по-моему, только... Давайте этого возьмем. Да, этого не было, судя по звуку. По-моему, звук такой появляется, когда мы берем карту, которой у нас еще не было, как я обратила внимание. Неплохо, но берегись, в группе карточного клуба есть игроки куда более хорошие, чем я. О, верю. Так, третий. Диамонт. Одна из девушек. Она где-то должна быть в холле. А если вы задаетесь вопросом, откуда я все это знаю, я подглядела в гайде, честно. Вот даже врать не буду, потому что... Бегать тут по всему саду, выискивать. То есть это было круто, знаете, вот
в 2000 году, когда игра вышла, когда все сидели за PlayStation, играли там вообще на 100% изучали мир. А сейчас у меня ни времени, честно говоря, ни желания самой как-то, знаете, все ковыряться тут. Это очень долго. Блин, я не знаю, у меня не настолько прям горит. Я просто хочу сделать хорошее прохождение, чтобы вы увидели как можно больше. Это, во-первых, так, это кто-то из вас. И просто, чтобы у нас было как меньше проблем в итоге. Удивительно. И Пик тоже. Удивителен. Точно, это мы. Принцесса Бобей. Моби бубновые. И мы уважаем твою игру. Мы вызываем тебя на бой. Так вот, сестрички. Диамонт, да? Ой, нет, подожди, да. Да, диамонт, все правильно. Что-то я туплю. Так, давайте сохранимся. Я, конечно, не знаю, зачем я сохраняюсь. Я не собираюсь как бы загружаться, если я проиграю. Потому что это нечестно все-таки. Но я почему-то, знаете, как перестраховка такая. Мне так спокойнее. Так, ну что, побежали. Ладно, девочки, давайте, не подведите. Проиграйте мне, пожалуйста. Я вас очень прошу. Проиграйте лучше своему командиру. Я вам очень советую это сделать. Вы же знаете, как важно поддаваться командирам, правда? Проиграйте мне. Ух, ты же японский бог, кто это? Я хочу эту карту, я хочу эту карту! Я получу эту карту, черт возьми. Рано или поздно. О, боже мой, слушайте. А с ним потом поиграть можно будет? Ом-нам-нам-нам-нам-нам. Я бы хотела, слушайте. Прям вообще зашибись, девочки. Давайте вот так вот сделаем. О, ой, японский бог, зачем я это сделала? О, 8 на 8 поставила. Ой, дурень, да не за... О, не заметила. Осли пошара обезьяна. Ладно. Нам главное в итоге выиграть, поэтому как бы... Сейчас мы все сделаем. Ладно, все, все, в любом случае выиграли. Так, а кто это, кто это, кто это, кто это? А это кто? Сфинксара. Слушайте, Сфинксара или это? Вот Сфинксара мне больше нравится, она клевая. Из нее что-нибудь вывалится прикольно или нет? Ну чё, девчонки, профукали? Он хорош, очень хорош. Не могу припомнить, когда мы проигрывали в последний раз. С тех пор, как Сид... С тех пор, короче, как играли с Сидом, главным магистром, ну, с тех времен столько, в общем, приключилось, много времени прошло, нас всего двое осталось. Они такие старшенькие, знаете, такое ощущение. Хотя по форме не похоже. А сейчас мы, в общем-то, ехаем, да, именно ехаем на второй этаж. Там нас ждет еще один член карточного клуба. Мы его, я надеюсь, натянем. Я очень на это надеюсь. А где он? Он должен быть тут. Куда он делся? А что такое? Офигеть, а где они? Они должны быть тут. Она заболела от холода. Хорошая фраза. Что с тобой? Я заболела от холода. Так, подождите. Ребята, я все понимаю, но где эти чуваки? What the fuck? Почему? А где? Они тут должны сидеть. Помните, здесь двое сидели? Вот мне они и нужны были. А что такое? А как так? Может, мне репутейшн не хватает? Хотя... Странно, тогда у меня вообще не начался бы бой. Так, вот это уже интересно. О, класс. Давайте зайдем в класс. Может, они пересели. Девочки, давайте поиграем. Хотите поиграть в карты? О, кстати, тройка из... Ну, не тройка, но третья. Третий член группы Трипи. Давайте с ними поиграем. Может быть, если мы поиграем, они там появятся, чувачки. Я очень на это надеюсь, потому что иначе это все очень печально на самом-то деле. Потому что я не знаю, где их искать тогда. Они должны быть... Черт возьми, тут. Ну чё?
Я бы вам хотела комбо показать, но черт возьми, это не очень просто на самом деле сделать. Либо я слишком тупая. Наверное, я тупая, потому что там какое-то такое заумное описание. Я прям как-то аж... Там надо подсчитывать, по-моему, даже, чтобы въехать до конца. Че туплю? О, японский бог за... Пока болтала, вот... Женщина, что ты делаешь? Надо ж так протупить-то было, господи. Нет, я так... Вот я так и знала. Ну, ладно, в любом случае мы выиграли. О-о-о-о-о-о! Вот это мне и надо... Я надеюсь, с него драконова кожа вывалится. Я не помню, мы уже выигрывали когда-нибудь голового дракона. Ладно, наверное, я его выигрывала, когда я играла вот этот час. Ой, ладно, все-таки придется сюда зайти. Ой, ну ладно, сейчас я хочу посмотреть, что там все-таки с него можно... По-моему, с него ничего не вывалится, что мне надо. А, вообще его. А. Слушайте, часть ярости. Мне нужна часть ярости для вещи... Для этого, господи, как его звать-то? Для Зела. У него оружие, часть ярости там нужна. То есть, у меня их две... Да мне еще две нужно, да? Я чувствую, эта серия затянется. Я думала, мы только по карточным этим турниру сыграем. А получается, что-то чувачков нету. Придется, наверное, с ними поиграть. Может быть, надо действительно с большим количеством народа, потому что действительно, чтобы меня вот этот Джек самый первый на меня обратил внимание, в общем-то, и предложил мне сыграть, мне пришлось попурвать, бегая по всему саду, играть со всеми подряд. И это, хочу сказать, заняло немало времени. Так, подожди. Да чертова дьявола возьму. У-ху-ху. Так, холосо. Кажется, я знаю, как я похожу. Вот только попробуй туда поставь свою вонючую карту. Нет, не туда поставил. Ладно, не важно. Вот я прям даже не знаю, если честно. Сейчас он... Не, смотри, в другое место вообще поставил, не ожидала. Ой, японский бог, зачем это сделала? Ладно, протупила. Чуть не обратила внимания. Так. Вот когда нужен был Адамантойс, его не было. Теперь он мне не нужен. Вот, вот. Давайте возьмем тогда Руби Драгона, а что нам? Он нам нужен же. Нам сколько там, 10 штук нужно накопить, да? Чтоб там что-то... А, вы же... Ладно, давайте тогда, знаете, как, скорее всего, я все-таки выставлю эту серию про карты, потому что иначе вы половину из того, что я буду говорить, наверное, не поймете, а я буду забывать, просто говорила я это или нет. Вот. Вот так вот. У нас будет две бонусных серии. Somebody, somebody help me. Никого? В любом случае, кому интересно, про карты все-таки возьмут, да посмотрят. Кому не интересно, не буду смотреть. Так, сыграть, давай сыграем. Так, холосо. Ну, давай. Детка, покажи мне, что у тебя есть. Я прям даже не знаю, что с собой взять. По стандарту, наверное, возьмем, да? Ну и одну какую-нибудь сильную. Ладно, попробуем с этим выиграть. Че, да нет-то? Че ТД просто. Ваше мышление так примитивное, господа. Хотя, впрочем, и мое тоже. Эй, что ты творишь, а? Моя не устраивает такой расклад. Это я так и знала. Так, Руби.
Ну чё, пойдемте что ли поищем еще раз этого чувачка. Чё, с кем мне еще надо поиграть, чтобы он... Он вообще-то должен быть сразу, если уж честно. Так, что-то их тут много, смотрите. Давайте вот с этим поиграем. Чувак, давай с тобой поиграем. О, игра. Ну да. Я буду играть со всеми теперь, кого увижу. Кстати, когда я набила руку в картах, ну то есть репутацию себе карточную, видимо, повысила очень так неплохо. А, сразу столько народа в саду появилось. Вот прям вообще... Выбирай, не хочу, с кем бы поиграть. И вообще. Повылазили, как подснежники просто. Так, хорошо. Что-то мне не нравится, как ты ходишь, если честно. А, я так и знала. Прикрыл свою карту, гад. Подонок! Паразит. Странно он как-то походил, если честно. Ну ладно. А! Что-то как-то... Ладно. Мальборо, по-моему, тоже нужен был. Щупальца Мальборо, чтобы получить. Поэтому берем Мальборо. А, Мальборо. Так, ну все, давайте я Диамоды... Фу, девочка победила. Давайте мне Спейда или как там его... Слушайте, его нету. Может быть, пойдем в другое тогда место? А. Да фиг его знает. Вообще-то здесь чувачки должны быть. Может, здесь просто в гайде немножечко местами перепутали. Хотя, вряд ли. Ладно, пойдем попробуем следующего найти. Потому что этих нету. Вот реально их нет. Хоть ты тресни. Так, вот с этой может еще поиграть заодно. Ладно, давай сыграем. Хорошо, давай. Тик, Блю Драгон. Ой, я же не проверила, что там с него вываливается. Хотя, да, у меня два. Да, точно, значит, ничего интересного. Печалька. Хорошо. Фига вообще. Где эти чуваки? Я тут, понимаешь, начала снимать серию, чтобы вам показать, как я выиграю карточный гребаный бой, как я нагну короля. А мне не дают просто, вот в наглую. Как так-то? Я уж завоевала репутацию, все равно не дают. Ставит и ставит свои карты, ты подумай. Гагашка. Ну, фигля, все равно выиграла. А, не, ау, японский. А, ну, да. Вот, вот, это сейчас было новое правило. The same. То же самое. Либо там по количеству очков совпадает, либо еще что-то там совпадает. Давайте мантиса возьмем. Че. Острый зубец из него выковыряем. Не знаю, правда, зачем он? Вроде он нам уже не нужен. Так, девушки, девушки. Может быть, вас вдвоем надо было победить? Может, их реально нужно было двоих победить? Их же два штука, да? Может, поэтому не получается? Ну, подожди. Еще я проверю свою догадку. Хотя это странно, конечно. Я сейчас и ту нагну, ибо нефиг. Черт возьми, я хочу выиграть нужную мне карту. Потому что я хочу стражи. Не знаю, зачем я это сделала, но не важно. Да, потому что именно вот этим все и закончилось. А, я еще такие карты с собой хорошие взяла. Просто обалдеть. Чё меня дернуло? Ну-ка нет. Чё-то как-то все плохо, да? Прям вообще все плохо.
Ну, конечно, не так плохо, как могло бы быть, но не так хорошо, как хотелось бы. В принципе, ладно. Я прям даже не знаю, кого взять. У меня все из этого есть. Давайте Виндиго возьмем еще. Фиговый у вас карты, госпожа. Не, мы с ними уже играли, они уже вон даже не откликаются. Не откликаются нормально. То есть там не сокрушаются по поводу того, что мы у них выиграли. Так, что-то мне не устраивает на самом деле тот факт, что меня так облапошили. Я не вижу этих, что они так сделала. Может, они знают, что я читаю гайд? Они знают, они что-то знают. Все нормально. Ух ты же, японский бог, кто это? Все нормальные люди отдыхают, гуляют. Севен, блин, сидит, играет в карты Final Fantasy 9. Задрот по жизни просто. Кошмар. Как бы походить-то? Ай, египетские боги, нет, походи. Ой, боже, я прям даже не знаю. Давайте как-нибудь сюда. Не лучшая, конечно, идея. Я хочу вот ту карту. Вот. Ох, ух ты же, Япона, мать. Кто это? Не смей выигрывать снизу. Слава богу. Кто это? Красный гигант. Подожди, а это кто? Ультима. Да ладно, я это вижу. Я же вижу рожу знакомую. А вон он еще, конечно, берем. Ультима Уэпон, вот чё, как это не взять? Кто смотрел Final Fantasy 7 в моем исполнении, меня поймут. Кто нет, тем я не смогу даже объяснить это. Ультима Уэпон, а, знаете, у него хорошая карта. Пойдемте еще сейчас на второй этаж скатаемся. Да. У меня есть идея одна. Пожалуйста. Да. Нет, да? Почему? Почему не та? Нет. Слушайте, все-таки у меня действительно есть идея одна. Может быть, прокатит, не знаю. Можно прийти в комнату Скуола и попросить Зела и Ервина слегка сдриснуть. То есть, чтобы в одиночку походить. И, в общем-то... Может быть, с Ирвином поиграть? Ты хочешь поиграть? А, ну он еще хуй. Вот Джек этот, которого я, в общем-то, первым нагнула. Вот он мой хороший. Давайте посмотрим, что у него еще за карта есть. Потом пойдем тогда в тренировочный центр, потому что я не знаю, здесь вот на втором этаже должны быть чуваки. Их нету. У меня тогда кончаются идеи вообще. Не-не-не, ну, впрочем, ладно, ультима. Не хочу ее проигрывать, но я думаю, ладно, прорвемся, не проиграем. Я надеюсь. Я очень надеюсь. Не хотелось бы ультиму. Профу. Гениально. Хорошо. Как бы так бы походить бы? Ну, куда ты сейчас походишь? Давай, расскажи мне. И даже не накрыл, ты подумай. Поразительно. Вниз, да? Ну, конечно, кто бы сомневался. Хорошо, что у тебя? Индиго, Адамантоус. Вот если мы соберем 3 Адамантоуза, у нас будет панцирь черепахи. Но он мне уже не нужен, потому что он у меня уже был. Гранауда у меня, кстати, не было. А с ним что-нибудь вывалится, может? Хорошее.
что-нибудь really, really good. Как там его? Кстати, вот Армандо, да, его бы вкус динозавра. Да. Щупальца. Виндика. О, кстати, Стилорб нужен. Ластует стальная труба. Вашу ж Машу. Вот когда уже не надо, вот пожалуйста, завались просто. Как это жестоко. Как там этого чувака-то звали, которого я только что выиграла? Кстати, а вот адаманты, они нужны будут для, по-моему, финального оружия Сквола. Я не знаю, соберем ли мы 100 домиков животных. Ладно. Камень ультимы. В общем, в чем я? Не знаю, соберем ли мы финальное оружие. В общем-то, Сквола, я думаю, вряд ли. Не знаю, там такие страшные вещи нужно делать, на самом деле, чтобы это сделать. Я не уверена, что у меня это получится. Так, подожди, кого я только что... Граналда я, по-моему, только что взяла, да? Или нет? Короче, ладно, все равно ничего интересного. Так, хорошо. У меня заканчиваются патроны, как говорится, и чернила, поэтому... Я реально планировала, что это будет не очень большая серия, в которой мы всех нагнем и все. Так нет. Давай поиграем. Чувак, кто ты? Теперь все со мной подряд играют, это круто на самом деле. Может быть, кстати, именно в этом причина. Может, действительно нужно поиграть прямо со всеми. Ну или хотя бы с большинством. Не понимаю, что от меня хотят. Ну, давайте играть, раздают. Ой, да что ж такое-то? Просто реально как-то их много народу стало. Аж подавилась, боже мой. Ай, блин. Так долго сижу над этими картами, что уже пылью покрылась. Ну, кашля. Так, хорошо. Хорошо, что ничего хорошего. Ну, хоть так. Хорошо, химия. Ну, никто из этого не нужен. Ну, давайте фангуар. Нет. А можно все? Можно всех посмотреть. Фиг с ним, давайте бельхимела. С него лезвие пилы вываливаться, хотя я не знаю, зачем она мне уже. Уже-то... Так, вон там еще какие-то людишки жалкие, смертные. Так. Мне нужен спейд, он должен быть, чтоб его... На втором этаже, но его там нету. Так, я хотела от вас избавиться, да, ребят? Давайте, пойдемте. Просто, может, еще реально с Ирвином надо поиграть? Или, не знаю, еще с кем-нибудь? Оставьте меня, пацаны. Ребят, валите. Мне нужно проверить... О, господи, как тебя плющит. Может, реально нужно быть одной, чтобы наткнуться? Хотя, вряд ли, конечно. Это глупо, по-моему. В чем смысл? Я вообще, конечно, отлично придумала. Я их оставила и сейчас пойду на тренировочную площадку. Вот просто гениально. Вот. Вверх. Ну, хотя здесь Зел, в принципе. А где Ирвин, интересно? Может, он в скваде? Почему в скваде? Скуад. В кваде. Так. Сейчас попробуем Зела надурить еще разок. Хотя ладно, знаете, все-таки, наверное, я не буду выставлять предыдущую бонусную серию по картам, потому что она действительно идет час. И там, по сути, все то же самое, что сейчас здесь.
никакого смысла, черт возьми. Знаете как, я оставлю вам выбор, на самом деле. Я пока не буду открывать эту серию, то есть, если вам интересно, пишите, я открою. То есть, если не интересно, то как бы и нафиг ее. Черт, я случайно взяла Ultima Weapon. Севен, ты пипец, ты сейчас проиграешь, ты понимаешь это? Я реально сейчас проиграю? Или будет ничья? Нет, слава богу. Что-то как-то... Я напряглась, реально. Метерекс был? По-моему, был. Пусть еще будет. Не знаю, зачем он мне... Хотя, по-моему, из него кость динозавра вываливается. Кость динозавра — это good. Так, ладно, пойдемте. Попробуем. Здесь что-то поменялось. Как народ-то много резко стало. Эй, это снова ты. Разве это ты... Чего? Ты с кем между собой разговариваете? В общем, я третья, кто работает здесь. Девушка с косичкой сегодня выходная, что ли? Да, она... Я могу тебе помочь? Нет, не надо, спасибо. Девушка с косичкой. Кстати... По поводу книги. Там... Чё ты не валишь? Почему, кстати, вот? Да, не серию, а секцию. Долго ты будешь читать? Почему здесь до сих пор ничего нет, а? Как так? Чё-то, кстати, книжка-то не берется. Может, мы правда профукали момент? Это же я же могу. Так, ой-ой-ой, тихо, подожди. Они реально теперь по-другому все стоят после того, как я начала эти бои карточные, в общем-то, с Кикей. Ну, давайте попробуем их как-нибудь. Ты хочешь играть со мной? Ну, давай попробуем. Я с ней уже играла, но она теперь в другом месте стоит. Может, это как-то, я не знаю, повлияет, что ли? Какого хрена? Чё думаю? Так, ну в общем-то мы ходим первые. Стандарт. Нам главное выиграть, это все остальное не важно. Сейчас он походит туда по центру, ну конечно. Кто бы сомневался, сейчас квести съедят справа. Не съели, удивительно. Блин, как обидно. Если бы он походил налево, мы бы его... Блин, реально почти чистая победа получилась. Печалька. Блин. Обидненько. Так, чувачелло. Хуа! Отличный... Из-за хаоса, который происходил, мне не нужно больше проходить тест косметики. Ну, в общем, тест сидов, короче. Но теперь я должен писать отчет вместо этого. Преподаватель Аки, вы слишком давите на меня. Аки. Акирос? Да ладно. Ну, конечно, не Акирос. Если кто-то не знает, кто такая Акирос, мне не о чем с вами разговаривать. Так, а женщин? Может, ты мне поможешь как-нибудь, а? Хочешь в карты поиграть? Нет? Блин, с тобой даже не поговорить, а? Ты как-то так стоишь? Неудобно. Ладно, пойдемте попробуем поиграть с тем чуваком, который стоит... В общем-то... Там. В тренировочном центре. Может, это что даст мне? Мне реально нужны чуваки, которые сидят на втором этаже. Вот, ну, вот так. И этого теперь нет. Ты посмотри. Он раньше тут стоял, помните?
Вот он должен тут стоять, а его тут нет. И тех нет. Японский бог, ну и что ты будешь делать, а? И где мне их искать? Это все очень печально, на самом деле. Потому что я хотела показать вам, понимаешь? Не спрашивайте, почему Шива у меня на английском написано. Не спрашивайте. Какого фига все-таки? Первого мне нужно было победить около кафетерия. Мы его... Точнее, Джека. Он вот как раз в холле тусовал. Второй был чувак около кафетерия. Мы его победили. Потом были девушки возле указателя. Их мы победили. Следующими по списку идут чуваки на втором этаже. Но их там нет. Как так? Знаете что? Я сейчас... Не могу. Я хочу показать вам победу над королем. Поэтому, ух ты, нифига, 255 все. А, черт, это Дэми, когда как работает? Ой, да ну вас нафиг. В общем, я сейчас, наверное, поставлю тогда на паузу. И пойду просто почитаю, что за фигня происходит в этом мире. Потому что все это мне крайне-крайне не устраивает. Ты еще не умерла? Офигеть. Как так? На типа голове. Потому что, черт возьми, мы только на полпути. Кстати, всего 7 побед надо держать. Включая короля. Везде 7. Везде 7. Ладно, давайте по кругу пробежим. Знаете, еще куда сейчас зайдем? Если нам дадут, конечно, это сделать. А! Мы недостойны. Понятно. Очень странно. Я прям расстроена. Подождите, я так не играю. Меня это не устраивает. Опять вы? Кем бы вас оформить-то? Давай, Шива. Я действительно не понимаю, почему их там нет. У меня единственное предположение, то, что мне, может быть, не хватает карточных боев за моими хрупкими плечами. Но, блин, это странно, они как минимум должны просто там тупо сидеть. Хотя бы. И там отказывают, потому что Джек, вот этот самый первый, он ходил по тому месту, где мне нужно было с ним поиграть, он ходил, но он как бы не говорил то, что он член карточного клуба, он просто говорил, о, я хочу, чтобы меня карточный клуб вызвал, в общем, бред какой-то нес. Так. Кстати, а ты кто такой? Да, это вызов. Нет, смотрите, реально очень много народу появилось, с которым можно поиграть. Мне кажется, действительно, просто нужно тупо со всеми поиграть, со всеми встречными. И попробовать еще раз на второй этаж прийти. Знаете, просто для начала проверим эту теорию, пробежимся, в общем-то, по часовой стрелке. По саду, а там позыркаем, чем-то закончится для нас. Да. Хорошо. А чё бы нет-то? Хитропопы какой. Я ж чего думал?
Сейчас верхнюю снимет. Нет, смотри-ка, не снял. Удивительно. Хорошо, что мне надо? Мне нужен Руби Драгон. Давай. Давай, мой Руби Драгон. Ты мне ничего не скажешь по поводу того, что ты проиграл? Стой, чувак, я хочу с тобой... Это ты, этот молчаливый параноик, да? Да. Так, а девушка, можно с вами поиграть? Однажды я стану Сидом. Не сомневаюсь. Ой, ты по второму маршруту пошел, по-моему. Так, он какой-то, блин, вообще не... Одноклеточный. Пойдемте дальше. Тупо по часовой. Ты кто? Ага, это Джек. Нет, с тобой не буду все-таки играть. Хватит, поиграли уже. Давайте к Рокодаваке еще разок зайдем. Может быть, с ней поиграем еще разок. А, не то нажала. Еп. Давай. Так, пусть у тебя будет что-нибудь хорошее. Угу. Может быть, нужно какие-нибудь мега-карты выиграть, я не знаю прям даже. Хотя вряд ли, конечно. Странно было бы. Так, я хожу, отлично. Давай, доктор. Покажи, на что способна. Напугали. Хотя да, напугали. Потому что я теперь не могу забрать эту карту себе. О, черт. Печалька. Сейчас справа зайдет, зараза. О, японский бог. Как больно. А, ничья. Печаль. Ладно. Живем. В общем-то, когда по этим правилам наступает ничья... Карты, которые были вообще, в принципе, задействованы в бою, они перемешиваются между участниками, и вот такая вот хрень получается. Скотина. Не прощу. Мне такое чувство сейчас натянут. Я проиграла Квистис, да ладно, нет. Лузерша, блин. Офигеть, я уже 100 лет не проигрывала. Доктор, верни Квистис. Отдай Квистис. У меня еще, в принципе, есть часть хороших карт. Офигеть, как я могла проиграть, а? Как? Ну это, блин, все долбанная ничья. И эти долбанные правила. Новые долбанные правила. Правила. Ну ладно, сейчас мы тебя натянем, доктор. Сейчас мы все с тобой сделаем, все, что нам заблагорассудится. Давай, карта квем. Йинхида! Ты бываешь иногда так предсказуемо. Карта Квистис это хорошо. Отдай мою карту Квистис. Иначе я буду тебя бить. Ух, твою мать. Ну ладно, в любом случае, как бы. Блин, не заметила, что дра. Я сейчас опять профейлю. Не дай боже еще что-нибудь потерять, а? Ладно, все, сосредоточились, сжали булки. У нас битва вообще крайне серьезная, хочу заметить. Знаете что? Я сейчас попробую вот таким вот фигом. Только не ставь налево. О, спасибо. Все, черт возьми, отдай мою Квистис обратно. Фу! Фу. Поиграли, называется. Ладно, поиграли, выиграли, проиграли, уходим. Нафиг отсюда, я боюсь теперь доктора. Старушка-то не промах. Не, бежим дальше, потому что как бы вот с этими чувачками, которые тут
мимо ходит. Я уже играла. Давайте в кафетерий за рулем. Ой, это же не кафетерий, господи, это квад. Постоянно забываю. Ладно, может быть, тут кто-нибудь есть. Хотя, конечно, не должно быть. Но вдруг... Здесь, кстати, есть какая-нибудь точка? Вот нет. Люблю квад, там такой красивый. Прям водичка. Цветочки. Деревья. Прям все как надо. Так, кто-нибудь тут есть? Кто-нибудь тут есть? Никого тут нет? Ну и не надо. Тю-тю-тю. Побежали. Ладно, идем. В общем-то, по часовой стрелке, как я и сказала. Играем со всем, что шевелится. Как бы ужасно это не звучало. Так, какая-то двойка ребят идет. Ну-ка. Пацаны, ребята, вы играете? Вы не играете, вы даже не кликабельные, вы призраки, я через вас проходить могу. Так, хорошо. Пойдемте в кафетерий. Это ж кафетерий! Да-да, спасибо за деньги. Но здесь должны быть обычные чубзики. Да, вот они с ними со всеми я играла. То есть тройка вот слева, она вообще не кликабельна. А с чуваками справа я уже наиграла целую кучу. Стой, пацанита, стой! Стой, 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 стой. А, да, я с тобой, по-моему, еще не играла. Или играла. Я не помню. Я, по-моему, со всеми тут уже играла. Раза три точно с каждым. Ну да ладно, давай поиграем. Сейчас. Мне надо разобраться, почему у меня нет членов Кей. Мне это смущает. Мягко говоря. Я боюсь уже квестис, если честно, с собой брать. Не хочу ее проигрывать. Ну, чтобы ее не проигрывать, нужно выигрывать. Логично, логично. Давай, попробуем, сволочь. Зачем я это сделала? Вот решила выпендриться, что ли? Ну, вот я знаю, что сейчас будет. Да, именно это и будет, но ничего страшного. Так, что взять-то у тебя? Давай червяка возьмем. Тем более у нас его нету. Кстати, интересно, что из него сделать можно? А, сейчас посмотрим. Как он там обзывается-то? Ой, не то дело. Как он обзывался? Какой-то там... Как он называется? Блин, постоянно... Вот вечная проблема. Вот, да, Абисворм. Ветряная мельница. Слушайте. Так, острозубец. У меня уже их целая куча. Щупальцы, щу. Стальная труба, патрон, Мальборо. А, вот, 4 сделаться в щупальце Мальборо. Давай. Не знаю, зачем оно нам нужно быть, но, скорее всего, для какого-нибудь оружия. У меня почему-то такое предчувствие. Так. Ветряная мельница, мне кажется, это способность для квестис будет. Лимит какой-нибудь. Давайте сделаем. Сейчас проверим мою догадку. Нет, нифига, просто кинуть, значит. А, вот! Щупальца Мальборо не для предмета, не для оружия, а для лимита. Все, вас понял. Так. Это плохая идея.
А в принципе, я почти угадала. Чувак в зеленом, чувак в зеленом. Трефы. А, это вот с ним я не могла, да, поиграть? Или даже я с ним играла? Чувак в зеленом, вот же он. Как долго я тебя искала-то, господи. Подожди, мы же с ним играли с трефами, да? Или нет? Или... Что-то я все забыла нафиг. А, подождите, это тот чувак, который крутится около этого, точно, около кафетерия, да? То есть... Ладно, неважно. Мы сейчас с ним еще раз поиграем. Если мы с ним не играли. Да я уже ни черта, я их не различаю, они все такие одинаковые. Шо ж поделаешь, что ж... Жешешь. Только не я. Хотя я люблю первый ходить, чё я мучусь-то, потому что можно больше мест занять, в общем-то. Ну давай. Давай, трефы. Ой, японский бог, не заметила. Не заметила, что у нас там не получается, ты подумай. Ну ладно. Выбор-то так себе, мягко говоря. Давайте этого возьмем. Ну что? Чувак! Все, да, ушел. Слушайте, нет, ну мы с ним играли. Он около кафетерии, все стандартно. На автостоянке кто-нибудь есть? Ирвин там какой-нибудь, не знаю. Кто-нибудь? Никого. Слушайте, ладно, что-то какая-то фигня получается. Давайте сейчас поднимемся на второй этаж, если там никого не будет. Я тогда ухожу, в общем-то, в паузу и пойду почитаю, что за фигня такая. А потом, в общем-то, к вам вернусь и расскажу, в чем дело. Если найду, конечно, хоть какую-то информацию, которая мне... может помочь в этом деле нелегком. Мне кажется, нам нужно просто реально бегать и... Не знаю, может, нужно момент как-нибудь поймать. Немного непонятно. Их нет, слушайте, я не знаю. Ладно, тогда я ушла на паузу. Через 2 секунды вернусь, расскажу, что такое. Короче, ребятки, как-то не печально, но, оказывается, такая проблема не только у меня. В общем-то, там у западных ребят тоже такая была проблема. Там чувак сидит, печалится, у него тоже этот спейд проклятый не появляется. И, в общем-то, я толком не поняла, с чем это связано. Потому что люди, которые ему там пытались объяснить, то, что ты правильно смотришь, ты на нужном экране смотришь. Короче, они тоже не въехали, почему его нету. Не знаю, тогда отложим это все дело. По крайней мере, 2 мы победили. А потом, может быть, он отреспаунится. Не знаю, может, пока я буду за кадром бегать. Я еще раз победю. О! Какая, черт возьми, магия! Ой, господи, хорошо, что я записываю, божечка. Я ничего не у меня жар кинуло. Аж слезу пробила. Скупую. Я сошла с ума. Слушайте, ну это вообще... Это как это без... What the fuck вообще? Он сжарился, что ли, надо мной? Ну ладно, отлично, ой. Так, эй, удачи тебе, мы рассчитываем тебя. А, ну да, я же не нажала в карты. Давай, я только узнала кое-что новенькое. Давайте попробуем. Хочешь поиграть? Да. Помните, в самом начале игры он нам давал, в общем-то, карты наши, самые первые. И он говорил, что я еду дальше играть. Хотя, по-моему, я сейчас не совсем с тем играю, с кем мне нужно. Да ладно, с этим тоже поиграем. Ибо я уже боюсь. Фу, слушайте, вот просто вот чудеса, блин, на виражах какие-то. Это просто потрясающе. Ладно. Не зря... Ух ты ж. О, Мумба-Юмба. Отлично. Ну, это шуми. Мумба-Юмба. Фу, слушайте.
Ну вот как вы такое объясните? Это просто... Fucking magic! Я не знаю, это... Это что-то с чем-то, конечно. Давайте попробуем. Сейчас он походит сюда, перевернет, и я его вот так вот офигенно победю. Я хочу тебя. Какого хрена? Я до сих пор в шоке. Так, по-моему, мне все-таки вот с этим нужно, а не с этим. Здрасте. Ничего себе. Я не могу поверить, что ты победил алмаза. Ну, да, я один из четырех мастей клуба карточного. Рыцарь карты пик. Вот уже очень давно никто не заходил так далеко. Начнем, поскольку ты уже знаешь, что надо делать. Нажми квадратик. Давай играть. Давай. Фу, слушайте, неужто мы все-таки оформим нашего замечательного короля? Вообще, знаете, мне кажется, я до короля дойду, но вот сам король меня нагнет, потому что я знаю, кто будет королем. А не потому что я, в общем-то, вычитала, а потому что это довольно очевидно, и это, по-моему, даже где-то в диалогах скользило, когда мы, в общем-то, играли. Либо когда я первый раз играла. В общем, я знаю, кто король, и меня это очень... Я, по-моему, даже говорила, я, по-моему, пробалтывалась. Прям не то, чтобы это была тайна, если честно. Это даже никакого спойлера, ничего, но... Тем не менее, я боюсь. Я реально боюсь этого проклятого короля, потому что это... Это чертов король. Да какого хрена? Воу, да ладно, ты... Что ты тут делаешь? Я, кажется, знаю, какую я выберу карту, когда выиграю. Джумбо, как товар. Конечно, джумбо. Джумбо. Ничего себе, ты хороший игрок. Я признаю свое поражение. Я вижу, что ты... Собирал и играл карты во всем мире. Ты напоминаешь мне чем-то о ней, о ее таланте в особенности. О, черт, я сказал слишком много. Ладно, имеется еще один игрок, которого ты должен обыграть. Но Черви необычный игрок. Она стала лучшим игроком SS-группы. Это ужасно звучит, если честно. Короче, группы. Всего лишь за 3 месяца. Она настоящий гений. У вас обоих, кажется, схожие способности к обучению. Ладно, теперь, когда я надоел тебе своими многочисленными подробностями, я валю отсюда. Пока. И, в общем-то, да, я знаю, кто это Черви. В общем-то, ничего удивительного у нас. Пожалуйста, приходи в любое время поиграть в карты со мной. Я всегда готов к хорошей игре. Увидимся. Отлично. А куда ты пошел-то для начала? В класс? Возможно. В общем, да, мы можем сразу идти к Черви. Мы, в принципе, недалеко от нее находимся. А, но по гайду, в общем-то, опять же, написано то, что есть еще чувак там, в тренировочной зоне. И вроде как с ним не обязательно драться, как я поняла. А, ну, раздают, чё бы нет-то. Потому что, по-моему, у него можно выиграть какую-то мега-мега карту. Да, я посмотрела на всякий случай, чтобы убедиться. У него можно выиграть карту Левиафана, и я воспользуюсь этой возможностью. Почему бы и нет? Карта Левиафана — это всегда хорошо. К тому же, вдруг она какая-нибудь мега-мега-мега-мега-мега-мега крутая. Слушайте, ну слава богу, теперь главное, чтобы внезапно Черви и сам король никуда не пропали. Так, здесь где-то у нас... Ладно, неважно. Слушайте, я реально уже, блин, отчаялась, и этот чувак взял и появился в самый последний момент. Ага, вот ты. Иди ко мне. Ком-то папа. Чувак, давай играть. Я прям тебя так долго ждала. А я слышала, ты хорошо играешь в карты. Хочешь сыграть? Чё, группа Кикей? Да, я ее член. Я карточный фокусник. Джокер. Джокер, и ты тут. А, мое имя обо всем должно говорить тебе. Ну так давай играть, что ты встал-то ко мне задом. О, у тебя боевой счетчик. Я прибавлю ему функциональности, если ты выиграешь. Сыграешь? Ну естественно, что я сюда же зря шла, что ли?
Давай, чувак, я очень хочу, правда. Хорошо. Надо поднапрячься, на самом деле, потому что чувак явно непростой. Классная карта. Так, ладно, надо какую-нибудь найти. Вот эту, пожалуй. И еще что-нибудь такое своеобразное. Просто работает правило same. Ух ты ж, японский бог. Левиафаша. Левиафаша с семерками. Офигеть, он хорошо так встал-то, я хочу вам сказать. Реально хорошо встал. Нет, слушайте, опасно, потому что если... Ой, гнида. Сейчас дайте сообразить. Надо тылы бы прикрыть, на самом деле, сверху, потому что там квестчан. Не хотелось бы обкекаться. Что-то я не очень удачные карты, на самом деле, взяла. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Сейчас мне еще... Хоть бы его на эту карту... А, все-таки квестис. Хотя... Конец, хотя нет, нормально. Фу. Конечно, Левиафаша, господи, о чем речь? Левиафаша с семерками. Вода и семерки это вообще. Ты вправду хорош. Но обещание есть обещание. Дай-ка мне боевой счетчик. Готово. Теперь ты можешь смотреть через него информацию в ЗС. Щити, значит. Можно по-русски. Все то же самое. Ладно. В общем, неважно. Мне и так было норм. Все, бежим к черви. Мы ее сейчас, я надеюсь, оформим. Потому что, честно говоря, не сказала бы, что этот бой был сложный. Но, знаете, здесь вот мелочь какая-нибудь, она просто может кардинально изменить ход событий. Тем более здесь работает правило same. То есть то же самое. То есть, например, если у нас сверху и сбоку стоит карта, где у верхней нижняя циферка, допустим, восьмерка, а правая, у правой карты левая циферка шестерка. Если у нас у нашей карты, которая стоит у них на углу, сверху восьмерка, справа шестерка, то она побьет обе эти карты. Как-то не странно. У меня было, когда я, в общем-то, бегала за кадром, дралась с ребятами. У меня здесь такие, блин, баталии были с этими картами. Я вообще там... Я еще думала, боже, жаль, я это не записываю, потому что там реально там такой ад был. Я даже несколько раз проиграла. Но по большей части я выигрывала, конечно. Но это все равно это... Это было ужасно. Но там такие прям эпичные битвы. Там карты переворачивались только так. Там всякие комбо были. Ой, это красиво, конечно, было. Так, ну чё? В принципе, понеслась. Я знаете, что думаю, есть смысл сделать? У меня почему-то плохое предчувствие, поэтому я сейчас вот что сделаю. Я схитропоплю. Я сейчас сперва выйду на карту мира, сохранюсь, потому что бежать в этот в зал как-то неохота. Вот этот чувак справа меня чуть не нагнул в картах. Это вообще, блин, было. У него там... Неважно. Простите, да, я готова. Хорошо. Так, наберем, в общем-то, Зела, Ирвина. Зачем я их отпускала? Непонятно, но неважно.
Так, ладно, сейчас я приземлюсь немножко. Как хорошо, что я в этом ракурсе, вы не видите, где я нахожусь. Потому что это вас ждет в следующей серии. В конце концов, вот это бонусная серия, как бы. Так, давайте вот сюда. Все, зашибись. Ну что, пойдемте играть с черви. Сейчас она нас натянет, я чувствую. Она просто нас опустит как может. Здравствуй, черви. О, сквал. Я немного удивлена. Я не думала, что лопата. Ну, вот этот спейд. Ну, это хорошо. Я не могу найти достойного противника. Ладно, предоставь меня самому себе. Меня самому себе? Ну да. Иначе известно как королева группы карт Кикей. Когда ты будешь готов, пойдем. Ну, давай. Начинаем? Ну давай, давай, унижай меня. Ща она меня нагнет, я чувствую. Я представляю, какие у нее там карты. Я представляю, что у нее там. Ладно, мне дают походить первый. Вообще, знаете, я попробую по этому. Как сказать? Не знаю, придерживаться своей все-таки системы, или все-таки вот тот-то чувак, наверное, не зря поставил Левиафана по центру, да? Потому что фактически у него одна слабая сторона, с другой стороны... Ну как, относительно одна слабая сторона. Вот не знаю прям. А хотя, чё я парюсь? Давай, думай, Ксу. Чё бы в уголок такой поставить? У меня, блин, все такое дорогостоящее, мне прям жалко. Мне кажется, она просто найдет что-то, что она поставит в угол. Вот прям сейчас, например. Нет. О, карбункуль! Карбунькуль! Карбунюшка моя! Моя пуся! Не, нельзя. Если она сверху поставит какую-нибудь карту, я ее не отыграю вообще никак. Не надо, чтобы она сюда свою поставила. Блин, подожди. Я сейчас сама себя, блин, на это самое, мне кажется. Надую просто. Она сейчас сюда поставит карту. Выиграет квистис мою. Японский бог, как-то все тяжко. Ладно, давайте вот тут сохранимся на всякий случай. Так, я, конечно, не хочу читерить, и я не буду, но мне так спокойнее. Только не ставь в тот угол, я тебя умоляю. Спасибо. Сейчас она поставит. Ух ты что, я так узнала. Черт, вот я... Ай, вот зачем? Зачем я так долго тянула, объясните мне. Я знала, что это все дерьмом закончится. Надо было ставить туда, пока была возможность, выиграла бы. Вот чувствовала же, вот надо и доверять интуиции, черт возьми. Почему я никогда ее не слушаю, когда надо бы? Ладно, все. Вы пошутили, я тоже посмеялась. Опять ты это делаешь со мной. Опять? Да, не сказала, конечно. Ну, блин, вот это все из-за моей маленькой ошибки. Я же говорю, здесь маленькая какая-нибудь вещь, она просто может исход весь решить битвы. Ох, твою мать, Левиафаша. Что ж ты так не вовремя-то тут? Хреново. Мягко говоря. Не, она меня нагнет. Она вот как пить дать меня нагнет. Я же говорю, нагнет и не поддавится просто. А, нет, 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 нет. Меня бьют. А, твою мать, только не квистис.
Ладно, хорошо, что она забрала только одну карту. Ладно, попытка номер два. Квистис, мы однажды выигрывали обратно. Мы выиграем еще раз. Давай. Давай, Ксу. Отдайся мне полностью. Хорошо. Не, здесь лучше брать мощнявые карты. Никаких экспериментов. Восьмерочки, ультима вепаны всякие. Не могу взять. Или не стоит все-таки, наверное, да? Я боюсь Левиафашу, если честно, проиграть еще до кучи. Ну ладно, рискнем. Ну. А, она еще ходит, зараза. Долго думает. За что мне это? Мне кажется, это была не самая разумная идея. Хотя она сейчас потратила этого красного гиганта, это хорошо. А вот, кстати, смотрите. Если бы у этой карты внизу была не пятерка, а шестерка, мы бы сделали бы... Ну, если бы вот эта верхняя в левом углу была вражеской картой, мы бы их две перевернули. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Плохая идея. Ну, кто бы сомневался? Давай-ка вот так. Твою мать, наконец-то. Так, Гаргантуа. Кстати, хорошая штука. Берем, конечно. Мне бы еще карту Квистис у нее выиграть обратно. Но это, скорее всего, буду делать за кадром. Чтобы вас не мучить этим зрелищем. Победил! Я знала, что этот день настанет, но... О, класс. Ты только второй, кто смог меня победить. В общем-то, вторым человеком является лидер группы Кикей. Он мастер карт, король. Когда ты теперь победил всех нас, в конечном счете ты встретишься с королем. Может, ты сможешь найти короля самостоятельно? Ладно, давай сейчас сыграем для забавы. Ну, вообще... помните, у нас еще доктор Кадаваки говорила, что она... была когда-то карточным королем, но она сказала то, что она уже давно им не является. Ну, я думаю, она знает, в общем-то, где король. Я даже в этом не сомневаюсь, в принципе. Поэтому мы сейчас дуем к доктору Кадаваки. Будем пытать эту старую женщину картами. Хотя я не думаю, что все сведется к бою. Ладно, мы выиграли Левиафана, но проиграли Квистис. Но Квистис мы потом запросто, я думаю, отыграем когда-нибудь. Рано или поздно. Один раз отыграли, отыграем еще раз, ничего страшного. Не смертельно. Вот если бы я первый самый раз не протупила жестко, вот было бы все идеально просто. Ну чё, ты опять поранился? Поздравляю, Сквал, я слышала, что ты победила все четыре масти в Кикей-группе. О, я? Не-не-не, у меня нет ничего общего с ними. Не думаю, что тебе можно сказать, но я была королем группы Кики очень долгое время, но я уступила позицию девушке 4 года назад. О, ты хочешь знать, кто она? Извини, я не могу сказать тебе. Сам ищи ее. Может, ты скоро найдешь ее, но знай, что ты победил все 4 масти. Ну да, это круто. Но на самом деле мы ее искать не будем. Как я уже сказала, я все-таки чуточку по гайду, краем глаза глядя туда, чтобы просто не задерживать это все, не гадать и так далее. Мы сейчас просто тупо отправимся баиньки. Мы намучились, мы отправимся баиньки. Может быть, это нам что-то даст. Вообще, я бы, конечно, хотела отыграть сперва карту Квистис. Ладно, давайте все-таки попробуем отыграть карту Квистис. Потому что, как бы, очень хотелось бы.
конце-то концов. Ехаем! Ехаем. Я, кстати, еще подумала. Там же у нее карбункул был. Пока бежала, вспомнила об этом немаловажном факте. А у него там Ашка была. Блин, слушайте, я чувствую... Мы здесь надолго. Ладно, Квистис и карбункул. Это главное. Давай, Ксу. Покажи мне, что у тебя есть яйца. Так, хорошо, давайте возьмем этого. Этого. Ultima Weapon. Возьмем. Минотаврик. Так, так, так. Тебя. Ну, ладно, давайте так попробуем. Я, конечно, профейлю, скорее всего, сейчас. Но я попробую. Я постараюсь. Чуть долго думает, мне это не нравится. Карта Квистис! Нет. Ну не надо. Забьем угол. Нелегкий выбор. Вообще нелегкий. Ладно. Попытка, не пытка. Угу, конечно. Восьмерки гребаные. Ладно, в любом случае нужно тылы прикрыть, поэтому... Ох, сволочь. За что? Надо было не те тылы прикрывать. Ладно. Да. Слушайте, у нее не было сейчас карты карбунку. Это твою мать, да? Что у нее вообще там было? У нее ни квистис, ни карбун. Арш! Женщина, ты жестокая. Блин, какая-то фигня у меня вместо карт. Больно. 8-8. Блин. О, черт, если бы... А, твою дивизию, как мне повезло. Смотрите, видите? Если бы вот эта наша угловая правая внизу сейчас была вот прям по центру, мы бы сейчас эти две карты перевернули. Правда, неизвестно, конечно, чем бы это для нас закончилось, но... Все равно обидно. Ладно. Ой, ребята, мы в дерьме. Мы в таком большом. Слушайте, непростая баба, не зря королева. Правда, я еще карты такие взяла. Тоже гениальный человек вообще придумала. Сейчас попробуем заманиловку. Не получилось. Ну ладно, хоть ту угловую. Сейчас, конечно, нас перевернут, да. Но зато мы выиграем сейчас, слава богу. Фу! Так, что у тебя тут есть? Ну давай. Фу, это было нелегко, если честно. Опасно было. Я представляю, что у меня будет с королем. Это будет очень долгий и мучительный процесс. Давайте, знаете что, если у меня сейчас не будет карта Квистис, ну или кого-нибудь, либо карбункула, я просто поставлю на паузу. И, в общем-то, доиграю с ней партию так, чтобы вам это все дело не смотреть. Все, мне надоело. Буду по своей старой, в общем-то, схеме выигрывать. Ну, или пытаться это делать. Ту-ту. Успею, уже полтора часа над этим сижу. Что это такое за карта, интересно? А?
Ух ты, нифига какая. Я ж чего думала? Подороть не решила. Использовать эту карту здесь или не стоит? Чего бы нет? Правда, я начну... Ладно, я чувствую, я пожалею сейчас об этом, да, именно по этой причине. Он сейчас перевернет, вот я так и знала, да, что с той стороны. Ну ничего. Раз, два, три, четыре, пять. Все, сейчас выиграем. Так, три поинт. Кто это такой три поинт? Ну-ка дай сюда. Не помню такого. Это я сказала, блин, если у нее не будет карты Квистис, мы поставим на паузу, да? Дай мне карту Квистис, женщина. И карбункула желательно. Давай. Не жить, ну. Опять не мы ходим. Да что ж такое-то, а? Не люблю, когда ходит соперник. Это неудобно. Карбункуль. Отлично. Ходи. Сейчас будем прикрывать тылы. Сейчас его обложим со всех сторон. Карбунь. Ага, ханишь. Обложим. Нифига, все равно обложим. Как могем, так и обложим. Ну, кто бы сомневался. Кто бы, мать его, сомневался-то, а? Только девятку вот слева какую-нибудь не надо, или восьмерку. Нет, да, все хорошо. Карибулькуля. Отлично. Все супер. Карта карибулькуля. Так, теперь осталось только Квистис. Так, осталось только Квистис. Давай, Ксу. Не имя, блин, как какое-то ругательство. Кто? Ладно, неважно. Левят фаши. Вот карбункул, кстати, посмотрите, на него вообще отличный. Своеобразный, конечно, но отличный. Ну что? Понеслась? Давай, карта Квистис. Угу. Ну... Не совсем то, чего бы я хотела, но ладно. Давайте лучше вот так сперва. Не хочу ашечные карты тратить. Мало ли чё. Вот, например, да, вот что-нибудь такое. Оп. Оп. Бога Агаша. Я сейчас поставлю вот эту, он поставит... Не, знаете, я, пожалуй, прикрою вот зады. Это... Нифига. Так, Авадон, кстати. Блин, кого бы из вас взять-то? Ой, как это сложно. Ну, давай тебя, что ли. Хотя, Абадончик он, конечно. Он, конечно, да. Так, ладно, женщина, давай. Кстати, что с Абадона? Ой, с этого, как там его звали-то? Господи, я не забываю. Кстати, подожди. Ошибка, кто все такая же здорово? Что за летящую кольчугу? Да постоянно забываю почитать про это. Blue Dragon. Кстати, сколько мне их осталось? Два штука. Blue Dragon'ов. Хорошо. Ластоид. Руби. У меня Руби Драгон еще есть, надо же. Я и забыла.
Где этот чувак-то? Дух игрока? Что это такое? Он тоже почитать будет. А, вот он, да. Да ну какая-то хрень. Сильная любовь. Рабинтуа. Для чего она нам, интересно, нужна будет? Для лимита квестисовского или для оружия, для какого-нибудь? Давай мне карту квестис обратно, женщина. Моя начинает раздражаться. Давай. Давай, я хочу уже как бы это самое получить и уже дуть. Играть с королем. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай, карта квестис, я тебя умоляю. Что-то мне кажется, мы останемся без карты квестис. Опять. За что мне это? Ну давай, ну квестис, чан. Что ж такое? Походи, да? Не, по-моему, вообще плохая идея. А вот это уже получше. Да, вот я вот так и знала, что у меня там выпадет что-то, что я не смогу попить той карты, поэтому я махнула их местами. Парам-п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 ам. Да, давай опять тебя, что ли. Карту квестис дай мне, женщина, я тебя очень прошу. Впрочем, ладно, давайте, черт с ней, с карты квестис, я действительно ее отыграю потом, потому что это может надолго затянуться, как вы можете понять. А нам еще короля победить надо. Победить. В этой серии желательно, а не в какой-нибудь другой, потому что все-таки эта серия посвящена карточным боям. Если мы сейчас нагнем короля... Я думаю, мы без карты квестис его нагнем. Главное, в принципе, изначально не тупить. Потому что у нас и так, в принципе, хорошая карта дофига. Главное просто руки выпрямить, а там все хорошо будет. Смотрите на лицо Сквола. Я не могу. Так, все, бежим тогда. Фактически нам осталось только, в общем-то, поспать, да и все. И вот мы здесь, черт возьми. Давайте сохранимся, чтобы совсем хорошо было. Потому что столько страданий, столько мучений. Замечательно. Баиньки. Баиньки, баиньки, баиньки. Ты разбил 4 группы. Ты доказал свою пригодность. Глава группы Кикей, король картежников. Я Квисти Стрип. Все оделись в мою форму. Сквал, ты в самом деле нечто. Не могу поверить в то, что ты... как в то, как совершенно твоя игра. Я знала, что мы сыграем. Начнем. Ну, в общем-то, Квистис оказалась королем карт. Какая, блин, гребаная тайна. Ну чё, понеслась. Она аж, кстати, переоделась в форму Сида, хотя ее уже как бы это самое спасло... Ой, да, Сида. Ушлёпали оттуда. В общем, неважно. Давай, Квистис. Японский бог. Это Гильгамеш. Я узнаю тебя из тысячи. Вот мне эта карта нужна. Гильгамеш мне нужен. Давай, 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 Квистис. Не подведи! Давай, порадуй меня. Порадуй меня, детка! Конфетка. Ладно, я ожидала, честно говоря, что она перевернет сейчас мою карту, но что-то обошлось. И это прям fucking amazing просто. Я, конечно, сейчас нифига не переверну. Но, по крайней мере, ничья, мать её. Ладно, все карты при нас, это хорошо. Ну чё, по той же, что ли, схеме? Да ладно, Квиз. Ладно, я чуть-чуть, ты по той же, я по той же. Я не буду экспериментировать, нифига.
Никаких экспериментов. Квести с матью король, король карт, я даже думать не буду ее обхитрить. Даже карты называются, сама игра Triple Triad. Try it. Ну, в общем, вы поняли. Трип, у нее фамилия Трип. Здесь Triple. Это прям знак. Не суйся, убьют. Сейчас перевернет что-нибудь. Не. Аж странно. Вот это я ожидала, в общем-то. Ничего делать. Сейчас опять. О, слава богу. Слушайте, ее было проще победить, чем Ксу, если честно. Вот, Гильгамешек, все. Гильгамеш. Это все, что мне было нужно. Не могу поверить, я проиграла. Не наглей, еще не время. Мы можем поспорить с друг другом. Теперь мы на равных. Я всегда готова к игре, но только на арене сада. Увидимся, Сквол. Ей, мы король карт! Ву-ву! Ну, слава богу. Ну, конечно, если бы не гайд, который бы вкратце бы объяснил, с кем надо подраться, я бы здесь 20 тысяч лет бегала, на самом деле. Просто чем хороши гайды в таких вот прохождениях, когда игры уже старенькие, то что тебе не приходится задрачиваться в них 100-500 тысяч лет. В общем, то количество времени, за которое игра может уже тебя настолько достать, или ты просто тупо забьешь, потому что раньше делали намного более проработанные и глубокие игры, конечно, и очень долгие, в общем-то, и с кучей всяких секретов, и раньше не было интернета, где можно было посмотреть все это, поэтому люди и сидели сами, в общем-то, задрачивались в прямом смысле этого слова, поэтому... Я на самом деле просто преклоняю оба колена перед людьми, которые прошли в свое время Final Fantasy. Не только восьмую, вообще любые, в общем-то, Final Fantasy, собственно, на самой PlayStation 1 или, там, или 2. Потому что я не представляю, меня бы на... Я не знаю, хватит. Нет, конечно, я такая упрямая иногда бываю, если дело касается игр. Я бы, наверное, если бы в то время я играла, я бы, наверное, тоже как-нибудь рано или поздно осилила. Но я бы точно зрение бы посадила уже тогда. А так оно у меня хоть додержалось до этих годов. Относительно додержалось, но неважно. Ну, как бы там ни было, ура, мы выиграли все, что хотели за кадром как-нибудь. Потом я у Ксу выиграю карту Квестис, и все у нас будет зашибись. А карта Гильгамеша, для чего именно она нам нужна, я пока говорить не буду. Я сама, по-моему, плохо помню. Но если я не ошибаюсь, она действительно нам нужна для того, чтобы мы получили стражу в будущем. Если я не ошибаюсь, опять же. Ну, в общем, да ладно, в будущем как раз и узнаем. Как бы там ни было, я надеюсь, что это, я так подозреваю, очень большая серия, посвященная карточному турниру, вам понравилась. Если, кстати, смотрите, мы в Final Fantasy 9 прошли карточный турнир, здесь прошли, ну какой я молодец. Да, конечно, не совсем своими силами, но играла я сама, играла я честно, нигде не загружалась, и это уже хорошо. Вот, в общем, я надеюсь, что это все дело вам понравилось. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайте, чтобы не пропустить следующие уже сюжетные серии. А и, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Seven. Всем удачи и пока-пока.